А здрасте! Всем, друзья, приветуленьки! У нас стартует 4-й сезон уже по Золотому Колоссу, первая серия. Не знаю, ждали вы его или нет, я вот ждал. Мне вот все не терпелось и хотелось, короче, в это все дело поиграть. Ну, в общем-то, начинаем. Если вы не подписаны на канал, то подписывайтесь, лайкусик не забудьте влепить. Всем приятного просмотра и погнали! Давайте, друзья, в общем-то, для начала посмотрим, что мы имеем у нас на ферме, что у нас есть, чего у нас нет и что мы хотим. Если, друзья, посмотреть на карту наших владений, то, в общем-то, много у нас всего на самом деле уже. Этот сезон будет у нас посвящен в первую очередь животным. То есть в течение сезона постепенно будем покупать все животноводческие комплексы и смотреть, что и как это работает. Хотя на самом деле вот у меня была основная мысль — это купить все сразу. И я вот не знаю, все до сих пор этой мысли придерживаюсь. Может быть, кстати, так и сделаем сейчас, не знаю. У нас есть дохренище полей. 4-е, 5-е, вот такое немаленькое поле. 6-е, 7-е, одно из самых первых у нас было. 8-е, 9-е, 10-е, большое объединенное поле, рядом маленькое 11-е находится. Большое 19-е и супер большое 21-е, 22-е объединенное поля. Ну и есть еще маленькое поле под номером 18, которое у нас засеяно деревьями. Техники у нас тоже в принципе много, мы в ней вообще не нуждаемся. У нас в принципе есть все для работы, а с учетом того, что у меня нет обычно привычки в последнее время запускать миллион техники в работу сразу, то есть курсплей, автодрайв, они почему-то начинают глючить из-за этого всего, то я, в общем-то, хватает всего. Не думаю, что мы будем покупать что-то новое. Нет, по-любому надо будет покупать что-то новое, но не в большом количестве. Итак, по мелочи. В общем-то, есть у нас также несколько, друзья, предприятий. Во-первых, у нас есть маслоэкстракционный завод. На данный момент он у нас остановлен, потому что ресурсов никаких нету. Осталось немного жмыха, от него, в принципе, можно избавляться, а можно не избавляться. И осталась еще лузга, от которой тоже можно избавляться, а можно пока не избавляться. Место там есть. Есть у нас также мебельная фабрика. На мебельной фабрике у нас осталось немного бруса, который у нас пойдет на мебель. А также, друзья, есть у нас вон лес деревьев. И вроде как это уже последняя стадия роста. Сегодня мы ее трогать не будем, но на следующий игровой день, скорее всего, мы это все дело спилим и отвезем на мебельную фабрику. Не знаю, как это там что будет. Я не планирую, что они уже вырастут, если честно. А может быть, это и не последнее. Я вот посмотрю потом точно. Короче, из всех этих деревьев мы сделаем мебель, и эту самую мебельную фабрику мы продадим, потому что желания в нее играться у меня уже нету. Пилить деревья — это прям не мое, а просто ее держать, чтобы она жрала деньги, тоже смысла особого нету. Бруса на все стройки мы с вами уже наделали. Насрочный груз, заначка есть. Контракты по брусу выполнять, снабжение вряд ли мне сильно захочется. Но это ладно. Также, друзья, у нас есть мельница, которая тоже остановлена, которая не работает. И осталось там немного отрубей, они нам тоже пригодятся. Сахарный завод, одно из наших предприятий, оно работает. Мы как-то в середине 3-го сезона собрали свеклу со всех полей. Правда, еще тогда, по-моему, не было у нас 19-го и 21-22-го полей. Это все очень долго перерабатывается, медленно. Но вроде как в течение дня уже следующего остатки должны переработаться будут. Сахара есть 201 куб. Насчет этого завода я еще ничего не решил, нужен он нам или не нужен. В принципе, сахар-то много где пригодится. В конце прошлого сезона мы продали 800 кубов сахара, и вот 200 еще осталось, за день переработалось. В общем-то, насчет сахарного завода я еще буду думать. Есть, друзья, у нас также ткацкая фабрика. Она прям катастрофически медленно работает. Еще тут дохренище сухой соломы льна. Короче, я не знаю, переработается ли все это дело до конца сезона. Но когда это все дело переработается, от этого завода мы, скорее всего, тоже избавимся. Терзают меня, знаете ли, смутные сомнения. Ну и больше у нас заводов нету. Также у нас на карте доступен, что у нас доступно на карте еще, молочный завод. Его я планирую приобрести, потому что будут у нас коровки, будем из них делать то ли пакетированное молоко, масло, то ли сгущенку, если сахарный завод останется, то ли йогурт, если у нас теплички тем более есть, то все хорошо. Мясокомбинат, скорее всего, мы приобретем и будем животных старых туда вывозить. А может и не будем. Тут я еще тоже думаю, но скорее всего приобретем. Хлебокомбинат, друзья, я покупать не планирую. Будем заниматься заказами на производство, заказами товаров. Тут тоже план, в общем-то, определенно у меня есть на этот счет. Как-то поддерживать все это дело у меня желания особого нету. И консервный завод в конце концов. Его я тоже покупать не планирую. Поиграемся с заказами. Я думаю, это будет весело. Ну и по заводам у нас все. Еще у нас есть сады и теплицы. Два тепличных комплекса. На них есть сейчас обогащенный грунт. На всех его завезли заранее. Можно его, в принципе, закинуть сюда. И во второй тоже можно закинуть. Будем здесь выращивать всякие клубнички, помидорки, огурчики, баклажанчики. Будет у нас класс.
классно. Удобрений у нас хватит ровно на сезон как раз. Что будет потом, как эта карьера будет дальше развиваться, я, честно говоря, пока что не знаю. Посмотрим. И также, друзья, в конце прошлого сезона я с нашего баланса убрал 10 миллионов денег. Потому что между сезонами там стримы были когда-то давно. И чтобы не спойлерить вот этот баланс в 10 с лишним миллионов, я решил это все дело убрать. Поэтому сейчас я с чувством выполненного долга все это дело возвращаю с чистой совестью. Наш баланс составляет 10 миллионов денег. И, конечно же, эти деньги надо будет нам потратить, и, в общем-то, мы их потратим. Не все, наверное, а может быть и все, но, в общем-то, ладно, погнали работать, развлекаться, у нас сегодня много дел. Первое, друзья, что нам надо сегодня сделать, это построить вот этот ангар. Ангар для техники, который будет прятать технику и все такое. В общем-то, волшебные манускриптовские гаражи. Эта территория называется заброшенный цех. Я ее в середине прошлого сезона купил, но, по-моему, об этом даже ни разу не сказал. Туда даже железная дорога ведет, да? Тут, кстати, не маленькая территория. Я-то думал, здесь чисто гараж будет. Но, в общем-то, я хочу построить здесь гараж и отвезти сюда всю технику, которой мы редко пользуемся. Потому что у нас на базе стоят маны. Я хочу их ставить на базе тоже в гараж, а гараж занят всякой херней. Поэтому, друзья, надо это все дело построить. Для строительства вот я уже заказал стройку в прошлом сезоне тихонечко, она нам, кстати, тоже в 30 тысяч обошлась. Вообще, да, кстати, насчет баланса, у нас 10 280 000, хотя в конце прошлого сезона было 10 там 400 или 10 500. Мы собирали урожай, поля некоторые удобрялись, плюс все надо было посыпать известью. Короче, это было очень дорого. Ну и 30 тысяч у нас ушло на вот это строительство. Да, это заброшенный цех, сюда нужно привезти 60 кубов строй материалов и 20 кубов бруса. Брус у нас есть на товарном складе, ну а стройматериалы у нас покупаются, надо будет купить. Поэтому, друзья, переносимся на ферму. Здесь у нас стоит наша техника, которая будет для этого использоваться. Сейчас мы ее отправим по своим делам. Во-первых, вот этот вот ман. Или можно даже не мана, можно отправить трактора с контейнером, почему нет? С топляком у него небольшие проблемы, но ничего страшного. Ты, дружище, едь на товарный склад. Видите, я хочу отсюда технику всю, чтобы можно было ее сразу вот так вот не выгонять, а чтобы можно было по-человечески как-то ее сразу же на маршруты запускать. И большой контейнер мы отправляем. Можно, в принципе, его даже и в порт отправить, потому что, наверное, из порта будет ближе ехать. Тут тоже что-то топлива нету. Все чистое, но за топливом, друзья, я не слежу, потому что топливо... Автодрайв, Курсплей пополняют сами. Они молодцы. Отправляем этого товарища в порт. Он туда приедет, станет, и потом мы разберемся, что с ними делать. Из покупок, друзья, нам надо купить еще семена, потому что в прошлом сезоне, в конце прошлого сезона, мы избавились от всех семян, которые у нас были, а значит, нужно затариться новыми. И делать мы это будем, как обычно, с помощью нашего любимого Урала. Он у нас спец по семенам, как-то так получилось. Это на самом деле скорее случайность, чем правило. Ему единственное нужно настроить автогруз сейчас будет, чтобы он прям работал. Смотрите, по планам у нас засеять опять-таки на большом поле опять пшеницу на 21-22. Для этого надо почти 12 кубов пшеницы, но мы повезем 2 контейнера, 2 ходки, чтобы можно было запустить, чтобы все четко работало. Пускай там 12 кубов у нас на складе останется, это все-таки пшеница. Мы ее часто выращиваем, она не пропадет. На большом 19-м поле у нас будет расти рожь, на 8-9-10 мы посеем кукурузку опять. На 4-5 поле мы посеем подсолнечник, на 6-7 у нас будет расти лен, и 11-е поле пополам разделим, посеем туда лук и морковь. Она нам тоже пригодится. И лук тоже. Они, да. Итого бубеним автогруз нашему Уралу. Итого, друзья, мы сделали 7 разных заданий для 7 разных семян на загрузку и на выгрузку. Ну и так как у нас на пшеницу единственное, где 2 раза он поедет, то 8 поездок нужно сделать нашему Уралу. Так что настраиваем ему 8 поездок в автодрайве и говорим ему ехать на садовый центр, брать там семена и ехать их выгружать на семена выгрузка на базе. 8 раз ему всего надо сделать. 95 литров топлива у него есть. Еще, кстати, мне интересно, сколько за сезон у нас накатает техника, поэтому я сбрасываю расходомер всем. Надеюсь, что я буду всем сбрасывать, не забуду это делать, потому что сейчас мне впадлу по технике ползать, тем более, что она у меня отключена вся, по табу не переключается. Но, короче, отправляем вот этого товарища, он свою работу сделает, и после этого он просто вернется и припаркуется обратно на это место. Этот товарищ нас больше не интересует. Ну и еще, друзья, из пассивного у нас остается теплички. Теплички мы будем сажать с помощью Урала-тягача, и поэтому этого товарища нам тоже сбрасываем у расходомерчик. Он, кстати, не так много ездит у нас, он всего за всю карьеру, а он у нас, по-моему, чуть ли не с первого сезона накатал всего 390 километров. Это немного. Этого товарища мы отправляем на садовый центр рассада.
Давай едь туда, а мы погнали развлекаться с нашей стройкой. ЖСБшка, которую мы отправляли за брусом, на товарные склады доехала. В принципе, это логично, потому что я довольно-таки долго настраивал автогруз Уралу. С помощью нее мы сейчас... Тут не прописан у меня автодрайв на загрузку бруса, ну и ладно. Честно говоря, не больно-то и надо. Очень редко мы этим пользуемся, и мне впадло все это делать. Загружаем 20 кубов бруса сюда. Еще 200 осталось у нас с прошлых разов. Вот из них 20 мы загружаем на эту стройку. Выставляем его на дорогу и отправляем. Кстати, автодрайв у меня тоже не прописан на то место, куда мы это дело отправляем. Поэтому рядом там находится маслоэкстракционный завод. Мы отправим его именно туда. Например, на склад загрузка. Ну, пускай будет так. Ну и параллельно переносимся еще и порт. Здесь нам нужно купить стройматериалы 60 кубов. Поэтому мы их покупаем, это не проблема. 20 тысяч мы на это тратим. И этого товарища прямо отсюда точно так же отправляем на маслоэкстракционный завод. Вы, товарищи, едьте, потом мы вас отсюда когда вы туда приедете, мы вас оттуда прямо переставим на этот заброшенный цех в зону, где должны располагаться контейнеры. Со стройкой, в общем-то, почти все понятно. Погнали на теплицы разбираться с нашими теплицами, точнее на садовый центр. Как раз только что сюда Урал и приехал. Итак, друзья, что у нас по поводу теплиц? Я обычно сажаю туда клубнику для того, чтобы ее продавать и зарабатывать кучу денежек. Но сейчас все будет немножечко по-другому. Во-первых, давайте мы Урала переставим, чтобы удобнее было на него загружать все наше барахло. Например, вот сюда. Ну и, друзья, в этот раз мы посадим на первый день огурчики и томатики. Покупаем 7 теплиц с томатами. Пофигу, в принципе, что они разбросаны будут по... разным теплицам. Давайте все это дело загрузим. Как показала практика, лучше это ручками сделать, и зато он за одну поездку все засадит. О, не прошло и года, и я все дело погрузил, и причем не только клубнику, но и огурцы. Точнее, не только томаты, но и огурцы. Залазим в Урала, прицепляем. Я сказал прицепляем, а что не работает? О, прицепляем все это дело ремнями. Тут мы как раз другому Уралу, который семена возит, заблокировали немного дорогу, но ничего страшного, он не расстроится. Открываем курс плейчик, и для Урала у нас есть маршрут. Вообще мы его для мана писали, но неважно. Теплицы посадка называется. Он проедет по этому маршруту, после чего... Кстати, знаете, мне тут рассказывали, что можно как-то вот автодрайв есть маршруты, и можно как-то забубенить автодрайв. Только они тут все не по папкам. Интересно, как это работает. Ну, допустим, нам нужно съездить на ВТК посадка. Как это работает? ВТК посадка. Бздынь. Прямо отсюда и начинается. И едет он реально на ВТК посадка. Прикольно. А если нам надо еще на СТК посадка? Много точек, согласен. Попробуем его конец сделать бздынь. И он его загружает отсюда. Короче, мы их таким образом не накомбинируем. Понятно. Ну ладно. Ну то есть можно ВТК посадка и обратно, потом СТК посадка, например, и обратно, и потом его на базу отправить. Но мы не будем этого делать. Мы просто, у нас есть теплица посадка, и мы по нему его отправим со стартовой точки. После этого он приезжает на автомойку, то есть он сначала едет на одни теплицы, там все рассаживает, потом на другие теплицы все рассаживает, потом едет на автомойку, моется и говорит нам, что он приехал, после чего мы его сможем отправить куда-нибудь в гараж. С этими, в общем-то, пацанами все понятно. Погнали развлекаться дальше со стройкой. Эти пацаны как раз приехали на маслоэкстракционный завод, поэтому давайте их переставим куда-нибудь в зону погрузки, потому что тут как раз через забор это все дело находится у нас. Мы уже ручками туда отвезем, я потом автодрайв до тех гаражей проложу, чтобы они могли... Черт, вот, ну фаст-трак, зачем ты едешь на АЗС, ты ж только приехал. Так, дружище, стопэ, мы тебя перехватываем, извини, друг. Потом съездишь, потом когда домой отправим, тогда и съездишь через заправку, сейчас тебе это точно не надо. Я полчаса еще ждать... как-то не планировал. У нас как раз рядом с маслоэкстракционным заводом находится вот это вот наше все дело. Она желтым моргает. В эту область нужно поставить просто контейнеры, и все это дело у нас построится. Стройка начнется в 8 утра, если здесь будет всего хватать. Но так как здесь мы все привезли, то соответственно будет всего хватать. Так что все хорошо. Ну и мана туда же везем. Со стройматериалами там тоже все хорошо. Ну так вот, дружище, стой здесь. Вы вдвоем будете стоять. Давайте откроем строительную фирму, посмотрим. 60 из 60, 20 из 20. Все в порядке. В 8 часов начнется работа. Вроде как они довольно быстро даже это построят. Может быть, даже сегодня и увидим. А может и нет. Со стройкой получается у нас все. Дальше погнали разбираться тогда с нашими полями. Наши поля, друзья, нужно засеять.
Это, в принципе, логично. Но кроме посева, некоторые, кстати, нужно еще и удобрить. Это раз. 19, 4, 5, 6, 7, причем сделать это нужно до посева. Потому что обычно я удобряю сразу же после уборки, но уборка у нас затянулась в прошлый день. Утром был дождь, потом мы на стриме все это дело убирали, а самолет доступен был только лишь до 7 часов вечера. После этого самолетик недоступен, пилот идет в спадки. У него... конец рабочего дня. Но в 7 часов он опять будет доступен, поэтому можно будет все это дело сделать. На данный момент вот эти вот три поля уже удобрены, поэтому можно спокойно ставить на них посев. Правда, нам еще не все семена привезли, но 21-е, 22-е поле можно уже начинать. Это поле у нас не закультивировано, как и 19-е, кстати. Тут у нас просто убран урожай, потому что у нас есть супер классная сеялка, которая не требует культивацию. Вот эта, которая с джоником. И с помощью нее мы будем сеять вот эти вот два поля. Выбираем здесь, во-первых, семена пшеницы. Пшеницу-то уже привезли, поэтому здесь все можно ставить. Автогрузы мы тоже меняем. Загружать со склада нужно будет пшеницу, а не сою. И на выгрузку склада то же самое. Ставим пшеницу. Кстати, сеялка на 6 кубов. Может быть, и можно было одним поддоном обойтись. Точнее, одной ходкой. Ну ладно уже, лишним не будет. Пшеница точно не пропадет. А вот, кстати, денежку списывают. Урал добрался до тепличек и их, разумеется, засаживает. С этим у нас все понятно. Теперь нужно еще и курсплейчик, с помощью которого и будет осуществляться посев. Вот с этой вот точки давай 4-5 даже поворотных полос с разворотом, все как обычно. Генерируем маршрут ему и вот такой вот маршрут. Это, конечно, будет не за 3 минуты все сделано, но нормально. Со стартовой точки и для разгрузки, наполнения и парковки. Парковка назначена на месте семена выгрузка у него, то есть он приезжает, выгружает семена и говорит нам, что закончил свою работу. И мы сможем его поставить в какую-нибудь другую работу. Ему все равно нужно будет скинуть семена пшеницы, которые у него останутся. Поэтому именно там у нас и находится парковочка. Ну и поле 21-22 мы выбираем. Я думаю, со стартовой точки он сейчас здесь не найдет места. Надо его немножко выгнать, а то ему мешают вот эти контейнеры, прицепы все. Вот отсюда, друг, давай, едь, он это поле засеет, после того, как засеет, вернется, выгрузит семена и скажет, что закончил свою работу. Вот так вот классно. Когда надо будет семена пополнить, он съездит их пополнить. Тут тоже все прекрасно. Кстати, насчет склада. На складе у нас есть дохренище всего. Кукуруза, соя, пшеница, ячмень, в общем-то, хватает всякого урожая. Мы его трогать пока перерабатывать никуда не будем. Это у нас все пойдет на корм птичкам. По поводу семян привезли только пшеницу. Следующий у нас везет... А, он уже везет кукурузу, там все нормально у него. Можно пойти уже заряжать тогда и кукурузного барона в работу. Ну, то есть как барона. Товарищ, который будет сеять кукурузу. Он у нас находится в 5-м ангаре, да? Да, он находится в 5-м ангаре. Он у нас тоже сеял кукурузу, поэтому автодрайв ему менять не надо. Он все прекрасно знает. Точно такой же маршрут, по сути дела, мы ему генерируем вокруг вот этого всего поля. Ну и нормально он все там сделает, все покатается. Автодрайв то же самое для разгрузки и наполнения парковки. И на поле 8, 9, 10 мы его отправляем. И курсплей начать. Единственное, только пока что мы его не отправляем. Потому что нет у нас пока что еще семян. Но сейчас они приедут, не проблема. А вот этот товарищ поехал работать. Слушайте, по-моему, это уже последняя стадия роста, что-то мне вот подсказывает. Можно будет в следующий раз это все дело попилить. Более трава нам это пригодится. Сейчас ее косить как-то желания особо нету. А мы пока ждем, пока Урал семена привезет. Где он там едет, кстати? Он уже должен... А, да, он уже близко на самом деле. Он уже прям близко. Потиху катается. Молодцы, ребята. Молодцы. На самом деле можно вот этого товарища, кстати, уже и запускать. Он все равно... А где он? А черт, промахнулся гаражом. Он до семена загрузка доедет позже, чем Урал выгрузит семена. Поэтому давай, друг, тоже едь, работай, возвращайся, и все у тебя будет нормально. Эта сеялка у нас не удобряет, точнее она это умеет делать, но мы этого не делаем. Мы все удобряем с самолетиков. И сейчас, кстати, уже стукнет практически 7 утра, поэтому можно будет загружать, самолет отправлять на посев, точнее на посев, на удобрение тех полей, которые мы еще не удобрили. И Урал, меж тем, кстати, тоже скоро закончит свою работу. А вот и 7 утра стукнуло. Самолет нам доступен? Самолет нам доступен. Какая крутота, однако, а? Удобрить нам надо 19-е, 6-е, 7-е, 4-е, 5-е поле. Начнем с 6-го, 7-го, потому что именно туда я хочу замутить посев первым. Там еще свободная сеялка будет. Мы лен туда будем сажать. У нас есть свободная сеялка для льна. Хотя, с другой стороны, во-первых, неизвестно, когда еще лен привезут. Во-вторых, никуда мы так особо-то и не
не торопимся. В общем-то, друзья, ребята пускай сеют. У нас следующее действие, которое мы будем выполнять, будет в 8 утра, когда начнется стройка и когда откроется риэлторское агентство, чтобы мы могли пойти что-нибудь себе прикупить. А вот, кстати, и Урал приехал на сады теплички, на северный тепличный комплекс. Видите, они тут в разнобой посеялись. Томаты, огурцы, томаты, огурцы, томаты, огурцы. И то же самое будет на восточном тепличном комплексе, но это все не важно. Пускай они растут. В следующей серии будем с ними развлекаться тоже. Короче, друзья, пока что мы просто ждем и ждем около часа. Ну что, друзья, прошел час. И у нас запустилась стройка. 8 утра стукнулось. На самом деле много чего случилось, потому что 8 утра это такая, знаете ли, дата, точнее время, когда много чего происходит. Боже, что я несу? В общем-то, вот этих пацанов, они разгружены, поэтому можно их отсюда отправить. И отправляем мы их, не поверите, на ЖД-станцию покупка. Потому что у них есть работа, надо будет еще кое-что делать. Загрузил семена. А, это кукурузный наш товарищ. ЖД-покупка, да. Этот товарищ сначала съездит заправиться, но пока мы дойдем до того, что нам надо, он уже туда приедет. С маном то же самое абсолютно. Тройка запустилась, тут все хорошо. Тоже отправляем его на ЖД-покупка. Только сначала его на дорогу надо вывести. Да, друзья, я некоторых там одометр не сбросил. Все посбрасывал, иногда что-то забываю. Но там, знаете, плюс-минус километр роли в конце сезона не сыграют. Если что. Короче, этого тоже отправляем на ЖД покупка и погнали посмотрим, что у нас вообще происходит. На самом деле, можно это на карте даже посмотреть. Значит, 21-22 поле. У нас идет посев, товарищ съездил уже, пополнился семенами разок. И вроде как последний раз, то есть больше ему семена не понадобится, ему хватит на все это остальное. По факту ровно полполя засеяно, если брать по расходу семян. 8, 9, 10 у нас тоже сеется, тут все нормально. На 19 поле, друзья, я отправил, чтобы побыстрее было тоже сеяться. Ну и прокультивировать, потому что не было никакой культивации. Рожь у нас сеется. То есть на полях, в общем-то, работа идет. С учетом того, что 11 и 4, 5 поле надо будет сеять той же сеялкой, что 8, 9, 10, а он довольно часто ездит пополняться, потому что бункер там маленький, то, наверное, это будет относительно долго. Но ладно. Что нам, друзья, еще надо сделать? Во-первых, в 8 утра открылось у нас риэлторское агентство, поэтому нам надо прикупить ангары с животными. И я решил, что мы сейчас сделаем запрос на абсолютно все ангары. То есть и коровник, и овчарню, и свинарник, и птицеферму. Если они сильно не будут мошнить по ценам, то 3 миллиона мы прям вложимся нормально. Посмотрим, за сколько нам это все дело отдадут. Делаем запросы абсолютно на все. Денег нам должно будет хватить. Надеюсь, что нам все продадут. Лояльность у всех 100%, поэтому все должно быть прям нормально. Ну и надеюсь, ответ сегодня придет. С животными мы прям завтра заниматься всеми не будем сегодня-завтра. Ведь что-то возьмем, что-то нет. Тем временем товарищи с контейнерами у нас почти приехали на вокзал, и, друзья, нам надо купить комплектующие, потому что хочу я кое-что проапгрейдить, а именно мельницу. Для того, чтобы проапгрейдить все три линии, мы уже можем это сделать, у нас уже хватает рейтинга, нам нужно 70 тысяч комплектующих, соответственно 60 кубов мы в мана засунем, а в вальтру, точнее не в вальтру, в GCB-шку еще десяток. Для этого покупаем их. Они, падла, тоже дорогие, конечно. Но что поделать, 65 тысяч тратим на комплектующие для мана, и мана мы отправляем на мельницу. Давай, друг, едь туда. GCB-шка сейчас станет на это место, поэтому погнали, ей тоже купим 10 тысяч литров комплектующих. Еще 11 тысяч денег мы тратим. Боже, куда деньги уходят? Но что поделать, что поделать? Ничего не поделаешь. GCB-шку тоже отправляем на мельницу и погнали их там встречать, в принципе. Именно тот момент, когда она у нас не работает, мельница. Тут как раз нужно было ТО сделать. Кстати, New Holland закончил культивацию, прибыл на парковку. Тоже умничка. Так вот, мельница. Ресурса осталось 57%, и до ТО осталось 3 часа. На мукомольной линии, на фасовочной то же самое. Крупорушка работала чуть меньше в прошлом сезоне, поэтому тут больше ресурса. Но сейчас это все дело вырастет у нас до сотки. ТО обновится тоже до максимального значения. И все будет у нас прекрасно. Ну что, ждем тогда, когда они приедут. Тут у нас, кстати, стоит контейнер с комплектующими. Причем полный, абсолютно. Но он здесь и останется стоять. Ман, кстати, приехал, мы его перехватываем. Потому что сейчас надо будет делать некоторые махинации. Хотя на самом деле можно этот контейнер будет потом просто поставить. Хотя с другой стороны, ладно, сделаем все по фэншую. Берем старый контейнер, поставим новый, а потом старый обратно сюда всунем. Хотя по большому счету смысла в этом никакого нету, разницы никакой нету. Эти комплектующие мы убираем, например, вот сюда. Подцепляем то, что привезли.
Я на самом деле не помню, сколько их там. И сейчас даже не обратил внимания. Вообще, скорее всего, он полный, конечно, этот прицеп, который здесь стоял. Как-то ресурс не так быстро уходит. Но ничего, сейчас прокачаем, и все будет четко. Аккуратненько его ставим, чтобы два контейнера сразу там вместе стояли. Вот так вот. И можно тебе даже двигатель заглушить. И GCB-шку тоже надо как-то сюда поставить. Увы, задом ее припарковать не получится. Потому что тут прям все мега ломающееся. Но с учетом того, что он достаточно маневренный, можно попытаться заехать вот с этой стороны. Вот так вот аккуратненько. И вроде как он должен будет даже попасть. Ну, вроде как попал. Можно, кстати, знаете, что сделать? Можно его вот так вот даже перетащить сюда. Так, бздынь, и все. Теперь погнали в строительную фирму заказывать стройку. Технострой. Она тоже с 8 работает, поэтому 8 утра это для нас такое время. Ну, вы поняли. Производственные линии. Значится, мельница. Мукомольная линия. 80 тысяч денег мы на это тратим. Бздынь. Работы по улучшению линии начаты. Фасовочную линию за 30 тысяч. Бздынь. Работы по улучшению линии начаты. И крупорушку за 80 тысяч. Бздынь. Тоже у нас все работы начаты. И если мы переходим в меню заводов, то оно в состоянии ремонта находится. Через 15 часов все будет готово. Ресурс будет 100%. Производительность уже на мукомольной линии 48 кубов в час. Это тоже прекрасно. Крупорушка чуть медленнее. Ну и фасовка еще чуть медленнее. Ну и до того 33 часа, в общем-то, все тут обновилось. Это прекрасно. Возвращаемся на мельницу, и этих пацанов пустых можно отправлять домой. Их на дорогу надо вывести обязательно. Давай, товарищ. Мы тебе сразу даже на кнопочку парковки нажимаем. А, он еще помыться съездит. Какой молодец. На вот этого товарища сейчас мы поменяем опять-таки контейнеры местами и то же самое с ним провернем. Отправим его на базу. Сегодня он нам больше не понадобится. Этого товарища цепляем. Да, он полный стоит, только сейчас обратил на это внимание. Ну ничего, пускай стоит. Не знаю, может быть, лишних я, конечно, действий много наделал. На самом деле эти комплектующие можно перегружать из одного контейнера в другой. Без всяких автогрузов, там кнопочка есть. Начать заполнение, перемещение. Но почему-то, не знаю почему, захотелось мне сделать так, как я сделал. В общем-то, вот отсюда его, в принципе, можно отправить на парковку. Тоже поедет помыться, в общем-то, они там припаркуются, все будет нормально. Впереди, друзья, у нас идет посев. Тут, в принципе, не так много осталось, как могло бы быть, но осталось еще, да. После того, как посев закончится, я промотаю время и узнаем, что нам пришло из риэлторского агентства. А если придет раньше, то, в общем-то, узнаем об этом даже раньше. Ну и встретимся, как будет что-нибудь интересненькое. А у нас, друзья, 9:30 утра. Прошло всего полтора часа. Засеяны у нас все поля, кроме 4-5. Только сейчас ставится посев. Но у нас пришел ответ на запрос по овчарне. Поэтому я предлагаю пойти и посмотреть все это дело. Потому что, ну, это же интересно, правильно? Давайте-ка заглянем. Овчарня. Пришел ответ. 1 055 000 у нас стоит. Точнее, рыночная ее стоимость. И за 1 000 000... Отлично. 22 тысячи все наварилось. Мы покупаем овчарню, друзья. И скоро у нас появятся овечки. Правда, не в этой серии. Давайте в следующей. А может быть, кстати, и нет. Не знаю пока. Но, что, в общем-то, здесь у нас есть? Во-первых, нужно присоединить склады. Склад квадратных тюков, склад круглых тюков и силосная башня, которая находится на овчарне. Чтобы то, что лежит там, автоматически подавалось на питание овечкам, которые там будут. У нас там есть три загона, три корпуса, точнее, животных, два для взрослых и один для молодняка. Жрут наши овечки силос, сено или траву и пьют водичку, маленькие еще пьют молочко. Ну и соломка им еще нужна для того, чтобы им было удобно валяться. На соломке приятнее, чем на бетоне или на голой земле, не знаю, в общем-то, ладно. Ну и потом они будут нам какать, и этот навозик, который они накакают, мы сможем разбрасывать на поля. Если его насобирается, конечно, много, потому что я не знаю. Также овечки будут нам давать шерсть, которую мы сможем отправить на ткацкую фабрику и сделать из нее пряжу. Всего у нас корпуса вмещают по 500 штук, маленьких можно 700 зафигачить. Тут у нас, друзья, кстати, работает автопополнение всего. То есть можно просто нажать на одну кнопочку, и сила сам закупится сколько надо. Я подумал, что я этого делать все-таки не хочу, поэтому обойдемся без этого. Тут, кстати, изменилась немножко система всех вот этих возрастных групп, покупок и так далее. Опять-таки, можно автоматически это все дело просто купить. Например, 500 овец мы можем купить за 187 тысяч и полностью сразу забить загон. Все породы поддерживаются, но мы в это играться не будем. Как мы будем их покупать, я еще пока тоже не решил, если честно. Ну и по возрастным группам...
то же самое, как и в 17-й ферме, делятся они на 4 группы: молодняк, подрастающие и продуктивные, ну и старые, разумеется. Старые — это последний день продуктивных, потом они умирают. 8 дней они будут продуктивные, то есть после того, как мы их купим, на 8-й день их можно будет отвозить на мясокомбинат и делать из них шашлык. Я думаю, тут в принципе все понятно. Продавать их, кстати, тоже можно через меню, будет потом. Разберемся, когда придет время. На данный момент у нас нету ни силоса, ни травы, поэтому смысла сейчас заводить овец нету. Они все равно сдохнут, потому что их нечем кормить. Но овчарня есть, это уже хорошо, поэтому ждем, пока засеется поле и придет еще какой-нибудь ответ от другого комплекса. Слушайте, прям оперативненько тут это самое, риэлторы работают. 9:43, и уже по поводу коровника пришел ответ на вопрос. Поэтому давайте смотреть, коровник тоже есть. 1 148 000 за него хотят, 1 300 000. Ну ты охренел, дядя. Ну ладно, все равно он нам нужен. Его мы покупаем, и в принципе можно даже посмотреть меню. Во-первых, подсоединяем все склады. Тут у нас тоже два склада тюков, силосная башня. И есть еще кормосмеситель. Это предприятие тоже, сейчас посмотрим. Тут у нас уже 4 загона по 400 штук взрослых и 600 в телятнике. Я думаю, что мы забьем 3 загона полностью, то есть у нас будет 1200 коровок, они будут плодиться, телята будут подрастать, и будем их перекидывать в 4-й корпус. Вроде как за 12 дней не должно будет столько у нас вылупиться, хотя хрен его знает. Если будут лишние, будем на мясокомбинат отвозить, не проблема. Коровки у нас, кстати, едят моносмесь, сено, трава, свекла и морковь им нужна, жмых и отруби, ну и вода. Малыши едят молочко, точнее пьют. Соломка без этого никак, ну и дают они нам молочко. Кроме молочка, они еще тоже какают и дают нам навоз. Коровок может быть много. Ну, коровок надо заводить, друзья, наверное, раньше, чем всех остальных, поскольку они дают молочко, а именно этим молочком надо будет поить молодняк, который будет выходить из остальных животных. Тоже с породами тут все нормально, но я думаю, что мы одну какую-то породу заведем, я не знаю почему, не хочу я, если честно, этим упарываться. Поле у нас, разумеется, кстати, еще не засеяно, даже далеко не засеяно, вторая проходка только пошла. Так что пока что просто ждем, продолжаем ждать, может еще какой ответ придет сейчас. Здрасте. А еще и на свинарник у нас ответ только что пришел. 10:22 утра. Погнали, в общем-то, это тоже дело глянем. Что там и как работает, а то интересно же. Ну и за сколько нам его отдадут. Свинарник стоит самое меньше денег. 143 000 номинальная стоимость у него. И за 753 все-таки соточку наварился. Вот падла. Ну ладно. Короче, мы это дело тоже берем, и давайте посмотрим, что у нас еще и со свинками здесь будет. Самое главное, я собирался начинать с птицефермы, и она до сих пор не появилась. Ответа на нее. Ну ладно. В общем-то, животные у нас едят молодые молочко, все остальные — водичка, картофель или морковь, соя или подсолнечник, пшеница или ячмень и кукуруза. Или же они жрут еще корм для свиней. Вот этот корм для свиней заменяет все остальное. Его сейчас вроде как можно купить. Вот он, в больших мешках по 1000 за куб. Это, кстати, хорошо, что можно его купить, если что. Самому его произвести нельзя, вроде как в паке статичных объектов есть типа производство корма для свиней. Но пак еще не вышел, и когда выйдет, тоже неизвестно. Хотя, может, на момент выхода этого видео уже и вышел, но, короче, у меня сейчас 20 марта, пака этого еще нету. По складам тут есть только склад свинарника, мы его подсоединяем. По факту тут чисто зерновой склад вместимостью 2 400 000 литров. Ну и, скорее всего, они там тоже разделены по бункерам. Кубов по 600, например, тоже 6 отделений, например. Но неважно, ладно. Два корпуса здесь, ну и, в общем-то, свинки будут расти и размножаться. По факту продуктивных свиней можно как бы сразу-то и на мясокомбинат. Но где-то кто-то об этом говорил, что типа смысла их держать нет. Ну как это нет? Если в свинках смысл только в их размножении. Поэтому мы их будем старых возить на мясокомбинат. Кстати, для свиней у нас есть весь корм, мы можем уже забить все кормушки. Но сделаем это в следующий раз. На следующее утро поедем покупать животных. Я еще посмотрю, сколько это будет денег все стоить, всех животных сразу все забивать или по очереди. Так что как-то так. В общем-то, 10:26 утра, у нас еще сеется поле. Тут еще 12 минут осталось. После этого я мотаю время, если ответ не придет. И, в общем-то, ждем. Слушайте, вот прям повезло сегодня. 4 запроса, и все в пределах 2,5 часов все ответы пришли. Замечательно. В общем-то, птицеферма у нас тоже. Запрос пришел. Перемещаемся в риэлторское агентство, смотрим, что почем. 936 000 номинальная стоимость, и за 980 она нам продает. Отлично, мы его берем. В общем-то, у нас вся животинка, все есть. Прекрасно. С птичками, друзья, у нас немножко другая история. Животные, птицеферма. В общем-то, здесь есть два вида птичек. Это бройлер и
курица. Несушки, короче, они здесь называются, да. А, вот так и называется. Так, во-первых, подсоединить склады. Это зерновой склад комбикормового цеха и склад комбикормов. Как оно все круто. Всего вмещается 15 тысяч птичек. И мы, в общем-то, покупаем яйца на ферме Кузнецова, из которых там около 3 тысяч вылупляется. То есть там 30 тысяч яиц, поддоны, но некоторые фейлятся. В инкубаторе может быть только один вид птичек, ну и два корпуса, малый и большой, на 5 тысяч и на 10 тысяч птичек. Жрут они свой комбикорм, который берется напрямую из этого комбикормового цеха, и пьют водичку. Ну и, соответственно, у них появляется продуктивность. Только вот я не помню, когда работает инкубатор. По-моему, он только с часу дня принимает яйца. Но неважно. В общем-то, погнали на ферму Кузнецова. Так, где у нас тут яйца покупаются? Продажа животных, это ладно. Вот здесь, наверное, яйца, потому что все кудах-кудах со всех сторон. Во. Несушки и бройлеры. Мы, в общем-то, берем 3 поддона несушек и 2 поддона бройлеров. Они нельзя. 3 поддона максимум, но ничего. Они яйца не испортятся, если в поддонах просто вот так вот ставить здесь. Я надеюсь, они отличаются по внешне. Сейчас посмотрим. И 2 поддона бройлеров. Вот вам 15 тысяч птичек. Да, отличаются. Видите, здесь такая белая курочка нарисована. А здесь не знаю, короче, как объяснить. В принципе, их можно забубенить. А, кстати, что я забыл сказать, друзья. Надо сейчас везде починить водонапорный, хотя на самом деле и не надо, ладно. В общем-то, эту фигню надо сейчас в инкубатор забубенить. Начнем, наверное, мы с несушек, да? Пускай яички делаются. Поедем покатаемся на Урале. Впадло мне их нести руками, эти поддоны. Боже, как они орут тут, а? Вам мне передать. Ладно, в общем-то, давайте эти поддончики все закинем на платформу. Или с автопогрузки их закинуть. Слушайте, тут не развернуться, ничего. Ладно, будем делать все по фэншую, будем делать руками. Хотя не знаю, какой фэншуй на самом деле, если это все вот так вот руками грузить. Потому что я сомневаюсь, что человек 3000 яиц может сам запросто вот так вот поднять. Но будем считать, что может. Наш герой может. Как его, Иннокентий? Не, это Афанасий у нас в этом сезоне. Точнее, в этой карьере. Вздынь. Еще менюшка-то появляется с покупкой, а? Бесишь меня? И еще один поддон, последний бздынь. Во. Закрепляем это все дело ремнями. И погнали отвезем на птицеферму. Здравствуйте. А я ваш новый владелец, хозяин. Не знаю, называйте как хотите. Итак, стой пока здесь, погнали вообще осмотримся. Вот тут у нас инкубатор. Насколько я понимаю, раньше он в определенное время принимал. Сейчас вот не знаю. Ну, попробуем сейчас закинуть. Тут у нас выгружается вода. Это, я так понимаю, в корпус. Здесь выгружается вода в большой корпус. Здесь у нас склады, которые можно что-нибудь выгрузить. Здесь мясо отдельно, склады с холодильником, которые... Это понятно. С этой стороны у нас загрузка всего этого дерьма. Я понял. Я в 17-й ферме, по-моему, так одно что-то как-то по-быстрому тут сделал в самых последних сериях. И не поигрался толком. Далее, здесь у нас зерновые, жмых и отруби. Это все на кормосмеситель у нас. Также можно это все дело обратно будет выгрузить, если вдруг лишнего насыпите. Хотя там вроде как не очень большая вместимость всего этого дела должна быть. Ну и вот здесь вот у нас ныкается место для контейнера с комплектующими и монеточка. Где ты? Вот она. 63 осталось найти. Что у нас здесь? Здесь у нас ничего. Должна же быть здесь еще водонапорная вышка, да? Да, есть водонапорная вышка. Погнали ее починим. Она сломана сейчас. Она потом еще может сломаться. Ее можно вот так вот починить. И она автоматически будет поить наших курочек. Около каждого загона для животных такая штука есть. Ее нужно будет чинить. 4000 стоит ее починка. В следующий раз, если она вдруг сломается, то стоить это станет дороже. Так, ну что, погнали тогда загрузим, не знаю, цыпляток в инкубатор, если он принимает. Через 12 часов у нас вылупятся цыплятки и будет классно. Коремишки надо стегнуть. Мы сначала несушек. И так вот, да. Не, еще... А, еще же большой ремень есть. Мы это самое. Первыми несушек загрузим, чтобы яички делались. Бройлеров потом. Да, исчез. Отлично. Давайте тогда зайдем в меню нашей птицефермы. Инкубатор несушки развития 0% только началось. Ну, в общем-то, они вылупятся через 10 часов. Через 12 часов. Вода 0%. А чего 0%-то вода, если мы починили? Хрен его знает. С другой стороны, можно, кстати, мотнуть. Времени 15 минут. Но нет, ничего не обновилось. Зато 3% развития цыплят. Ладно, посмотрим с водой. Если что, может, что не работает. Хотя вроде все тестировалось. Ладно, разберем.
разберемся. Я просто с псичками как-то не поигрался, когда мне карту на тест давали. Еще, друзья, кстати, да, здесь же есть предприятие. Ну как предприятие, заводик маленький. Называется комбикормовый цех. Две линии: пшеница, кукуруза, жмых, отруби для несушек и пшеница, ячмень, соя и жмых для бройлера. Сколько он вмещает в себя? Надо, друзья, делать автодрайв и забивать эти склады. Но сейчас... Я предлагаю, знаете что, забить эти склады по одному прицепу. Вот ман у нас есть такой, зерновоз, по 27 кубов. То есть три ходки сделать, привезти ячмень, кукурузу, пшеницу, сою, вот это вот все дерьмо сюда привезти, чтобы оно заработало. 46% ресурса, ДТО 12 часов. В общем, ДТО 1 час. Черт. Ну, в принципе, можно сделать. А, тут всего 16 часов, да? Ну и ладно, нормально. Пускай тогда делается ТО. А я сейчас по-быстрому съезжу это все дело, привезу и запустим это, эти два заводика. Линии пока пускай будут выключены. Так, здрасте, здрасте. А я вам тут привез последнюю партию. Уже отвез я все зерно. Я же вот, друзья, как раз именно те культуры, которые здесь требовались, на межсезонье-то и посеял. Точнее, даже убрал в последней серии. Так что у нас есть абсолютно все для запуска именно этого, я не знаю, предприятия, этого заводика маленького, да. Выгружаем жмых и сейчас еще выгрузим отруби, и все будет у нас классно работать. И последние отруби. Бздынь. Все, двигатель глушим и погнали в меню заводов. Комбикормовый цех. Все есть, как видите, да, все везде забито. Поэтому линию можно включить, и эту линию можно тоже включить. И, честно говоря, как-то не очень-то быстро это все дело работает. На самом деле ее можно апгрейднуть, если уж на то пошло. Сколько здесь комплектующих надо? Строительная фирма. Кстати, что у нас там по ангару для техники? 69% уже выполнено. И по поводу производственной линии кормосмесь, комбикормовый цех. Во. 17 700 комплектующих и 64 рейтинга. Кстати, может быть даже на 2 сразу левела, потому что у нас уже 98 рейтинга из-за того, что у нас новых 4 объекта появилось. Можно, кстати-то, и апгрейднуть. Че уж тут? Сразу же. 8 часов по времени. Просто интересно, сколько будут эти куры жрать. Вода до сих пор 0%. Доступно комбикорма 153, доступно комбикорма бройлер 0. А чё 0-то? Или потому что оно пока не надо? Или она работает только одна какая-нибудь? Нет, она просто не работает. Я же запустил ТО. Все правильно. Я туплю. Ладно. Пускай работает. Мне кажется, жмыха и пшеницы надо еще сюда по прицепу закинуть, потому что их прям уходит само много. И они требуются на обе линии сразу. Сейчас, друзья, 5 сек. Съездил я, друзья, еще раз. По одному прицепчику привез пшенички и жмыха. Сейчас мы это все дело выгрузим и все будет классно. Вообще, насколько я знаю, кстати, жмых и отруби можно даже прям заказывать на это производство. Вроде как, но это не точно. Заказ товаров. Этот завод не берет заказы на производство товаров. Представляете, какой падла? Жмых, отруби. Но здесь ничего не кликается. Не помню, где-то я, короче, про это читал, что можно, если нету, то привезти, заказать. Ладно, с этим у нас, в общем-то, все понятно. Ман пускай остается здесь, я его потом уже перегоню куда-нибудь. 12 часов дня у нас уже почти стукнуло на часах. Курочки у нас работают. Инкубатор работает, вылупятся курочки. В следующей серии мы посмотрим, к чему это привело. Также закинем еще. Я, кстати, может быть, вечером, когда закончится вот это вот все дело, закину еще поддончик. Почему бы и нет? Ну и будем смотреть, как это работает. В следующей серии, друзья, мы уже поиграемся с животными. Посмотрю, прикину, что к чему. Надо автодрайв как-то записать на все вот эти вот пополнялки животных, чтобы автоматизировать, потому что не в кайф мне будет кататься постоянно самому. Автоматизация — это всему голова. Да. Черт, а лестница без коллизии. Вот же дерьмо, не смог я на крышу подняться. Хотя не знаю, зачем это мне надо. В общем-то, друзья, про лайкусики не забываем, про комментарии не забываем. Спонсорам еще раз отдельное спасибо. Кто хочет смотреть серии заранее, то милости прошу. Всем, в общем-то, спасибо за внимание. С вами был Никита Дилей. Всем покаки.